Их служба особенно опасна и трудна. Сотрудникам изолятора временного содержания приходится постоянно иметь дело с нарушителями закона. В ИВС управлении Министерства внутренних дел по Красногорскому району работают всего 29 человек. Случайных людей тут нет, говорит начальник. Помимо навыков, еще психологическая вот эта ситуация. Наверное, я думаю, что не каждый сможет там работать. Многие приходят, служили в армии, например, где-то в войсках конвойных. Ну, некоторым, как сказать, не то, что нравится, но устраивают условия, устраивают еще какие-то факторы. То есть, вот, наверное, поэтому работаю. Поздравить сотрудников охраны конвойной службы Красногорска приехали представители общественных организаций России и области. Они не раз посещали место работы полицейских в целях знакомства с условиями содержания заключенных и остались довольны увиденным. У меня есть большой опыт посещения различных мест ограничения свободы по всей России, потому что вхожу в общественный совет ФСИН России. И я был очень приятно удивлен состоянием ИВС Красногорского района, начиная от чистоты, освещения, хороших помещений, просторных помещений, до даже просто, грубо скажу, запаха. Я как сам служил раньше в уголовном розыске, мне эта служба очень близка, потому что так как я людей, которые попадают туда, в принципе, в изоляторе временного содержания, это на самом деле такая категория людей, с которой нужна такая специфическая работа, и сотрудники должны быть к этому подготовлены. Подарки для всех сотрудников изолятора и грамоты для особо отличившихся. Приятный бонус к празднику. А внимание со стороны общественников – весомый стимул для дальнейшего добросовестного несения службы. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.